Он был президентом дома, а стал губернатором в гостях. В Грузии его объявили в розыск, а в Украине для него открыты все двери. Кто помог Михаилу Саакашвили стать своим среди чужих? Как живется Одессе по грузинскому сценарию? И почему Интерпол отказывается объявлять его в международный розыск? Обсудим сегодня в 19:00 в программе «Война и мир». Только на официальном сайте 17-го канала 17tv.com.ua.